Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами наблюдаем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать информацию в соцсетях, подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений». Это можно сделать на главной страничке моего канала в правом верхнем углу, а также в описании любого видеоролика. ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter. Сегодня мы с вами участвуем в раздаче токенов от биржи Bitstack. Эта биржа уже функционирует. И вы скажете, почему название в видео 6,5 тысяч долларов. Ну, потому что через год или через полгода вполне возможно такая сумма. Объясню почему. За простую регистрацию мы получим с вами 1500 токенов. И еще каждый день, включая 31 марта, сможем получать еще 200. Ну а также предусмотрена реферальная система, по-моему, 800 за каждого приглашенного друга. Но даже если ее не брать в расчет, это получится 7500 токенов от этой биржи. 7500 токенов. А эта биржа не что иное, как филиал, скажем так, от биржи Bittrex. А биржа Bittrex — это уже мировой уровень. Это уже топ-5, по-моему, бирж во всем мире. Ну и, соответственно, филиал этой биржи не должен остаться ни у дел. Поэтому наша с вами биржа Bitstack тоже должна достигнуть каких-то хороших результатов. На Bittrex у меня тоже открыт счет. Я здесь зарегистрирован. Очень хороший интерфейс, очень хорошая биржа. Кое-какие монетки я еще не вывел на кошелечке, здесь осталось. Очень удобное в пользовании, поэтому и ее филиал Bitstack биржа должна достичь каких-то хороших результатов. А теперь давайте проведем еще одну аналогию. Все вы, наверное, помните биржу Binance. Биржа Binance в 2017 году тоже раздавала свои токены. И причем тоже раздавала бесплатно. Токен назывался BNB, Binance Coin. И посмотрите, он стоил всего лишь 10 центов в самом начале, и сейчас он торгуется по 10 долларов. То есть увеличение прошло в 100 раз. И причем вот здесь, на начальном этапе, в середине 2017 года, эта биржа раздавала от 10 тысяч до 100 тысяч токенов таким же образом, как мы получим сейчас наши токены от биржи Bitstack. И давайте посмотрим, что сейчас. 10 долларов стоит один токен. Ну и представьте, если наши токены, которые мы получим, 7,5 тысяч, будут стоить 10 долларов. Да уж даже хотя бы один. Поэтому даже не будем думать, зарегистрируемся, получим токены и будем ждать, как эта биржа себя покажет. Еще такое маленькое отступление. У кого есть монетки Tron, я советую вам положить их именно на Binance. Почему? Потому что здесь проходит airdrop-чик. И у кого есть монетки Tron, то советую вам положить их вот сюда, вот на Binance. Почему? Потому что тут ежемесячно происходит airdrop, и вы получаете дополнительные токены. Я уже положил сюда вот 7,5 тысяч Tron. И теперь каждый месяц в качестве airdrop буду получать BitTorrent. Токен, который также торгуется на этой бирже. BitTorrent. И каждый месяц мы с вами будем его получать. Итак, мы немножко отступили от темы, теперь возвращаемся к регистрации на этой бирже и получению токенов, которые нам она раздает. Давайте введем сюда адрес электронной почты, желательно Gmail, пароль, повторим пароль, поставим две галочки и нажмем Sign Up. Теперь нам нужно пройти вот такую своеобразную капчу, подставить вот этот вот квадратик правильно. Вот мы верифицировались. И на почту нам должны прислать код. Вот нам прислали код, мы должны его копировать и сюда вставляем. Нажимаем Submit. И сразу нам приходит письмо на почту, что мы получили 1500 токенов BXBS. И сразу же еще одно письмо пришло, в котором написано, то, что 200 токенов мы заработали за вход в свой аккаунт. Это самое мы сможем каждый день делать до 31 марта, еще раз напомню, и получать по 200 токенов. Теперь к личному кабинету. Посмотрим кошелечек, нажмем Wallet. И да, видим, что 1700 токенов у нас на счету BXB Candy. Нажмем Markets. И видим, что торги уже вовсю идут. Такие токены, как Эфир, Ripple, Bitcoin Cash, Stella, ну и так далее. Neo, все здесь присутствуют. За Эфир, ну, Bitcoin, Эфир, доллар.
Нажмем на заметки. И здесь показано число и время, когда мы получили свои награды. 1500 монет и 200 монет. Ну и давайте на мой аккаунт нажмем. Канди. Конфетка. Что мы будем иметь? Ну, увидим, галочка стоит. Мы с вами получили сегодня 200 монет просто за то, что вошли в свой аккаунт. То же самое мы сможем сделать целый март, ежедневно собирая по 200 монет. Также здесь нам дана реферальная ссылочка. Пригласив друга, если я не ошибаюсь, можно заработать еще 800 монет. Здесь будет показан наш баланс. Ну а теперь давайте зайдем вот сюда, в профайл, и сделаем верификацию. И пройдем новую кастома, для того, чтобы получить дополнительно какое-то количество токенов, ну и для того, чтобы потом мы спокойно могли их вывести и обменять. Когда они будут, 1 доллар. Мы с вами ждем как раз этого. Введем сюда телефон и нажмем вот на эту кнопочку. Verify. Опять нужно перетянуть вот этот квадратик. И теперь в течение минуты нужно вставить сюда код, который пришел к нам на телефон. И нажать Confirm. И теперь можно перейти к процедуре Know Your Customer. Знай своего клиента. Сейчас это требуется практически повсеместно, где вам хотят заплатить деньги, и тем более немаленькие. Теперь давайте заполним свои персональные данные. Введем сюда полное имя, сюда дату рождения, начиная год, месяц, число. В это поле вводим адрес, сюда город, и сюда область. Индекс, и нажимаем Next. Сюда мы вставляем паспорт, либо права, сюда лицевую часть, сюда сзади. И здесь нам нужно будет вставить фотографию селфи своего, где у нас в руках бумажка, и на этой бумажке написано Bitstack. И также нужно расписаться и поставить дату, когда вы фотографировались. Вставляем сюда вот в три этих поля и нажимаем Done. Открываем почту и видим, что нам пришло письмо, что процедура Know Your Customer пройдена. Нам сообщат в короткое время о результате. А также заметка загорелась единичка, значит пришло сообщение. Открываем и смотрим, что здесь то же самое. Мы прошли Know Your Customer успешно и нам подтвердят статус. Также, если опять перейдем в мой аккаунт Candy, можно посмотреть внизу, вот тоже я забыл показать, то, что вся история транзакций, то есть ваших вознаграждений, будет отмечено здесь число и время получения награды. Поэтому начинаем зарабатывать, целый месяц у нас впереди, и, конечно же, ждем цену токена 1 доллар. Ну, а также повторюсь то, что за приглашенного друга вы, по-моему, если я не ошибаюсь, получаете 800 монет. И за верификацию, то есть за то, что мы с вами сделали, прошли процедуру нового кастома, по-моему, даже 5000. Ну и ждем, когда эта монетка будет по доллару, а лучше по 10, как это сделали Binance. Ну и тогда о суммах я вообще говорить ничего не буду. Кому было полезно, поставь обязательно лайк. До следующего проекта.